Пожалуй, впервые Самара отметила День физкультурника с таким размахом. На набережной соревнования сразу по 10 видам спорта. В импровизированных турнирах участвуют как ветераны физкультурного движения, так и совсем юные жители нашего города. Понятно, что все рекорды, все достижения профессионального спорта, они невозможны без спорта массового. Поэтому я уверен, что сегодня на этой набережной немало будущих чемпионов, для которых вот такие мероприятия – это первые шаги в большой спорт. Футбол, волейбол, пляжный и настольный теннис. Для самых маленьких участников праздника подготовлена детская площадка с красивыми призами. Те, кто гуляет рядышком, те, кто не являются физкультурниками, могут посмотреть. И я думаю, что детишки обязательно захотят прийти в спортивную секцию, записаться и быть похожими на тех, кто сегодня на сцене. Более 20 городских спортивных федераций приняли участие в подготовке Дня физкультурника. Более 1000 самарцев получили в этот день заряд бодрости и хорошего настроения. Возможно, многие из них начнут заниматься физкультурой на постоянной основе. Сергей Кочкин, Владислав Манин, ГИС «События».